Владимир, пора мне новый народ, с параллона зала поля улетит, что металлик. Привет, Сочи! Команда КВН «Осторожно, Курган» стала одной из немногих зауральских команд, которые попытали счастье на большой сцене международного фестиваля «Кивин». Все лучше, чем ожидалось, показали. Мы только вышли, уже тишина, и как все захихикают. Смеялись даже над тем, над чем нигде не смеялись. И это было очень неожиданно для нас. Мы даже сами на сцене не ожидали. Ну, конечно, этого не показали, но... Перед отъездом в Сочи члены команды говорили о том, что едут туда за рейтингом, который им необходим для участия в официальной лиге. Они его получили, и теперь ребят ждут во многих городах России. Сейчас выбираем, нас приглашения шлют во все эти лиги, пишут нам как участникам фестиваля. Вот, мы выбираем, думаем, Челябинск, Нижний Новгород, Новосибирск, Воронеж, Уфа. Вообще много городов, вот выбрать не можем. Думаем, где нам лучше будет, где подешевле. Для КВНщиков поездка оказалась не только возможностью блеснуть своим юмором, но и отдохнуть, прочувствовать атмосферу недавних Олимпийских игр и попробовать нечто новое. Тем более, что переезд фестиваля из Сочи и гостиницы «Жемчужина» на Красную Поляну и курорт «Горкий город» этому только способствовал. Это вся атмосфера этих Олимпийских игр, все равно она сохраняется. Много снега, такая красота, все со сноубордами. Мы тоже приобщились немножко, попробовали себя в этом виде спорта. Александр Мироненко, Валерия Мельникова, Глеб Печерский, Кирилл Филимонов. Информационное агентство «Курган.ру».